Перун, а хочешь ли ты мне еще что-то сказать? Да, я слушаю тебя. Призывай свет своего сердца. Всегда, он всегда с тобой. В каждом повседневном деле, в каждом сиюминутном жесте, в каждом слове, в каждом взгляде, в каждом движении призывай свет своего сердца. И тогда этот свет осознанно, когда призываешь этот свет, он усиливается, и трансляция во внешний мир идет значительно мощнее и сильнее. Мне показывает образ, что как будто если я даже смотрю на кого-то или на что-то, неважно, куда я смотрю, то каждый раз думать о том, что через мои глаза проходит свет сердца. Когда я говорю, неважно с кем и неважно что, постоянно знать и осознавать, что через меня, через мой голос, через мои слова проникает свет сердца. Когда я что-то делаю руками, то, что я делаю, в это что-то тоже проникает свет моего сердца. Когда я дышу, просто дышу и выдыхаю вместе с моим дыханием, я выдыхаю в это пространство свет моего сердца. Я есть свет. Перун, правильно ли я считала? Да, говорит. Показывает мне. Ну как? Как вот этот жест? Да, говорит. Молодец. Молодец. Все хорошо. Благодарю тебя. Да. Благодарю. Говорит, до встречи. До встречи. Сейчас идет информация, что честность и верность самой себе, своей внутренней сути, своей истинной сути, своей световой сути. Ну, я не знаю, какое слово подобрать. Вот это честность и верность, это важно, это ценно, это именно это и позволяет обрести целостность, обрести гармонию, обрести чистоту, чистоту восприятия. Это и позволяет убрать все иллюзии. Да, расправить крылья, обрести крылья, свободу. Да.